День памяти участников локальных войн продолжился возложением цветов. После торжественной части участники собрания отправились к памятнику воинам-интернационалистам. Ветераны, первые лица города, представители Русской Православной Церкви и почетные гости направились пешей колонной по улице Суханова. Цветы к мемориалу участникам локальных войн и конфликтов также возложили общественники, школьники, студенты, суворовцы и воспитанники военно-патриотических клубов. После церемонии все почтили память погибших минутой молчания.